контроль за паводками в Забайкалье. В регион вылетает первый заместитель министра по делам ГУЧС Александр Чуприян. Пожалейте медиков, врачи моностационаров просят оказать посильную помощь, привиться. Город на холсте. Художник Артем Тарасов собирает свою коллекцию «Самые яркие краски этого лета». Эти и другие темы раскроем более подробно прямо сейчас. Вы смотрите новости на канале РТК Забайкалье, в студии Дарья Пьяникова. Здравствуйте. Первый заместитель министра по делам ГУЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Чуприян завтра прилетает в Забайкалье для контроля ситуации с паводками. В рабочем графике Шалопугино, Балей и село на юго-западе Балейского района Ундино-Поселье. В Чите во второй половине дня пройдет итоговое координационное совещание по вопросам ликвидации ЧС. Напомним, Александр Осипов и члены правительства вот уже второй день находятся в пострадавших от наводнения районах. Там продолжается работа по первоочередному жизнеобеспечению населения. Ситуация на реках стабилизируется, аэромобильные группировки по-прежнему работают в трех наиболее пострадавших районах. В Газимурозаводском комиссия по чрезвычайным ситуациям провела осмотр пострадавших жителей. Силами МЧС за последние двое суток проведено более 300 подворовых обходов с целью оказания адресной помощи. Это вынос мебели, восстановление заборов, частичный ремонт крыш, доставка продуктов, подсыпка дорожных подъездов. Сегодня комиссия работала уже в Александрозаводском районе. В числе приоритетных задач – восстановление дорог местного и регионального значения. В Александрозаводском районе на сегодня нет ни одного подтопленного жилого дома. Ситуация стабильная. Уровень реки Газимур составляет 112 сантиметров, а это на 8 сантиметров меньше критического показателя. Вода зашла только в три приусадебных участка. Губернатор поручил четко информировать людей на местах о том, куда обращаться для оценки ущерба. Постановление о выплате единовременной материальной помощи в 10 тысяч рублей было подписано накануне. Напомню, выплату будут предоставлять при одновременном выполнении двух условий. Это постоянное проживание в доме, который попал в зону ЧС, и нарушение условий жизнедеятельности. По предварительным данным, на сегодняшний день пострадали более 1800 человек. Списки еще уточняются муниципальными комиссиями. Граждане, пострадавшие от наводнения, имеют право и обратиться за бесплатной юридической помощью в палату адвокатов Забайкальского края. Прием ведется на площадках МФЦ или в администрации района. Продолжает свою работу и горячая линия 8 800 30 22 135. Звонок бесплатный. Когда говорят, что мы там, может быть, медленно идем, немножко не совсем так, нам вода не везде позволяет быстро идти. То есть там, где еще вода сильно не упала, мы, к сожалению, не в состоянии на данном этапе приступить к работе. У нас хватает и сил, и средств, и людей. И, в принципе, подразделение Нурникеля готово любую помощь оказать в технике и в других моментах по восстановлению, особенно дорог, временных проездов вместо тех постов, которые у нас, к сожалению, были разрушены. Мы ждем только спада воды. Все остальное идет. Сейчас основные усилия направлены на это, конечно, Газозаводский, Балейский район, разблокирование Шалопугина, чтобы был проезд хотя бы со стороны Газимурского завода. А в дальнейшем восстановление всех трасс и жизнеобеспечения, а также, конечно, выплат тем людям, которые пострадали во время паводка. По прогнозу синоптиков, на Шилке у села Сретенск прошел пик паводка, наблюдается устойчивый спад. На реке Шилка у села Аникино и реке Аргунь у села Новоцерухайтой уровни воды повысились до 119 сантиметров. В ближайшие двое суток подъем продолжится, на остальных реках края прогнозируется спад. Другим темам. 109 человек находятся в тяжелом состоянии, 35 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За последние сутки в Забайкалье подтверждено 3 летальных исхода от коронавируса. Тему продолжит моя коллега Екатерина Станиславская. Новый всплеск заболеваемости, который в Забайкалье начался в мае, для медиков стал самым сложным испытанием за весь период пандемии. В краевой клинической инфекционной больнице в два раза увеличили количество коек для ковидных больных. На помощь персоналу приходят специалисты из других медучреждений. И ни одно стационарное место для заболевших коронавирусом не пустует ни дня. Каждый день скорые мчатся сюда, по 20-30 скорых в сутки привозят пациентов, поступает ежедневно по 20-30 больных, переводится по 20-30 больных в другие стационары. Сложно, конечно, смотреть на это все. Есть больные очень тяжелые, реанимационные, и умирают больные есть, да. И поэтому, конечно, призываю забайкальцы, дорогие, не отворачивайтесь от этой проблемы. Знайте, что все во многом зависит от вас.
Сегодня в этой больнице каждый врач, медсестра, санитар скажут, что обязательно надо прививаться. И это звучит не как пропаганда, а уже как мольба. Констатировать смерть пациентов, которые поступили с коронавирусом, врачам инфекционной больницы приходится практически через день. Как переживаете смерть пациента? Смерть пациента – стресс, я понимаю, в первую очередь от родственников, но для врача это тоже достаточно тяжело. То есть мы всех пациентов, которых похоронили, помним пофамильно, помним историю заболевания каждого пациента, помним, что мы прилагали для этого максимальные усилия, чтобы спасти его, но, к сожалению, не всегда удается это сделать. Старшая медсестра Нина Бутова сама переболела коронавирусом еще в октябре прошлого года. Говорит, что совсем не было аппетита, болели кости, мышцы, была слабость и высокая температура. Болезнь удалось победить, но последствия оказались очень неприятными. Не очень хорошо стало с памятью. Стала как некоторые вещи забывать, да, никогда до этого не было такого, никогда записной книжкой не пользовалась. Вот. И давление начало скакать, у меня всегда было стабильное давление, для моего возраста никогда не поднималось. Вот. А сейчас давление скачет, бывает 90, бывает 130, а даже не так давно было 160, то есть я связываю это только с ковидом. Недавно медсестра сделала прививку, когда на очередном обследовании после болезни в ее крови уже не обнаружили антител, защищающих организм от страшного вируса. И, конечно, женщина убеждена, что прививка обязательна, потому что она может защитить самого человека, людей, которые его окружают, и облегчить уже почти невыносимо тяжелый труд медикам, работающим в красной зоне. Очень жарко, и в костюмах, вот в средствах индивидуальной защиты, это очень тяжело отработать. Люди сутками работают, да, поэтому жара тоже большое значение имеет. Вот тогда мы как бы, зиму-то еще нормально, да, пережили, где-то можно выскочил на какие-то там 15-20 минут, перекусил, вздохнул воздуха холодного, да, а сейчас же это невозможно, потому что на улице жарко. Поэтому нас пожалейте, медработников, люди, прививайтесь, очень вас просим. Екатерина Станиславская, Анатолий Тюльнев, РТК Забайкалье. В нашей студии сегодня доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии Читинской медицинской академии, главный анестезиолог-реаниматолог региона Константин Шиповалов. Здравствуйте, Константин Геннадьевич. Здравствуйте, Дарья. Но цифры статистики по-прежнему неутешительны. Мы продолжаем, к сожалению, прирастать новыми случаями заражения COVID-19. Забайкалье уже приближается к критическим отметкам не только по Дальневосточному федеральному округу, но и в целом по стране. На ваш взгляд, когда произошел тот самый переломный момент, когда врачи вновь почувствовали большую нагрузку? Я знаю, что моностационар горбольницы уже передал дежурство в клиническую больницу. Какая обстановка на сегодняшний день? Мы почувствовали то, что идет сезонный подъем уже в мае. Единственное, что в мае вот этот подъем был относительно таким мягким и гладким. Я считаю, что нам майские праздники все-таки помогли, и у нас было определенное такое падение, снижение в конце мая примерно. Ну, а в последующем, да, вот все-таки год работы с ковидом научил тому, что коронавирус имеет какие-то свои особенности, и вот очень сильно зависит его распространение и от погодных, климатических условий и от штамма. И вот буквально где-то 2 недели назад мы поняли, что нас ожидает новый, очень большой объем работы. И самое плохое в этом то, что никто не может сейчас предсказать, на какой отметке остановится количество заболевших, на какой отметке остановится количество госпитализированных и на какой отметке остановится количество реанимационных пациентов. Ну вот совсем недавно было озвучено, индийские, британские, южноафриканские штаммы были выявлены в Забайкалье. Чем они отличаются и отличаются ли способы лечения пациентов с этими штаммами? Ну, они, конечно, отличаются по своему строению. Это, да, мутировавший изначальный штамм. И мы видим, буквально заметили, наверное, недели 2 назад, что изменилась клиническая картина. Ну, во-первых, раньше болели все-таки тяжело в основном люди пожилого возраста, старческого возраста, 65+, у них наблюдалась максимальная летальность. Сейчас мы видим, что у нас довольно много пациентов стало молодых, это и 30 с небольшим, вот у нас буквально недавно умерла девушка, 30 с небольшим лет от коронавируса, 40 лет, 50 лет, вот такие пациенты стали появляться. И мы видим, что изменилась КТ-картинка в легких,
она стала выглядеть по-другому, и мы видим то, что изменилось течение. Течение стало более стремительным. Люди, сократился инкубационный период, и люди стали быстрее болеть. Быстрее развиваются тяжелые формы. Раньше пациенты попадали в реанимацию примерно в среднем на 10-12 день болезни, кто-то чуть раньше, кто-то позже. А сейчас это примерно 5-7 день уже. Изменился ли как-то портрет пациента? Вот про возраст мы уже сказали. То есть это люди с хроническими заболеваниями или есть и абсолютно здоровые? Ну, все-таки, конечно, чаще тяжело болеют люди с хроническими заболеваниями, люди, опять же, старшей возрастной группы. Если мы посмотрим на общий контингент пациентов, да, вот летальность в среднем примерно 2-2,5-3% общечеловеческой популяции сейчас. А если это люди, допустим, 80+, то там летальность уже 15%. Ну и, конечно, тяжело болеют те же люди, кто и болел тяжело и в прошлом году. Это люди с ожирением, с большой массой тела, это пациенты с сахарным диабетом, с артериальной гипертензией, с тяжелыми иммунодефицитами, с онкопатологией, то есть с любой тяжелой сопутствующей патологией, в том числе, ну, конечно, сердечно-сосудистой системы. Но сейчас, опять же, мы видим, что это могут быть и молодые люди без какой-либо явной тяжелой сопутствующей заболеваний или установленных диагнозов. И сейчас мы очень много, опять же, видим беременных пациенток, которые очень тяжело болеют, вот, по всей видимости, каким-то новым штаммом. Это как-то потом отразится на ребенке? Данный материал накапливается. Этот материал накапливается. Ну, как правило, редко стоит вопрос по прерыванию беременности, потому что в большей степени тяжело болеют женщины беременные в третьем триместре, и там вопрос идет о досрочном родоразрешении. Есть некоторые данные о том, что у детей, мамы которых перенесли в период беременности коронавирусную инфекцию, часто развиваются пневмонии, да, на самом деле вот как раз как повлиял ковид на ребенка, если была внутриутробная вот такая ситуация, то об этом покажет время, да, пока что рано об этом говорить, очень мало научной информации по этому поводу. Если пациент, зараженный ковид, лечится дома, какие симптомы должны насторожить и после чего нужно уже экстренно обращаться к врачу? Симптомы должны насторожить стойкая лихорадка. В течение нескольких дней температура выше 38, которая плохо купируется. Особенности, если она плохо купируется обычными средствами, парацетамолом, ибупрофеном, обычными противовоспалительными препаратами. И второе, что должно настораживать, это одышка, нарастающая дыхательная недостаточность. Ну и, может быть, я бы еще такой термин, да, для людей понятно. Если человеку плохо, вот ему плохо, тяжело, состояние его ухудшается. Вот это вот абсолютно такой маркер, что нужно обращаться за медицинской помощью обязательно. Регион уже возвращается к ограничительным мерам. Как вы считаете, достаточно ли тех, которые уже введены? То есть масочный режим, ограничение больших мероприятий, свадеб, каких-то банкетов. Чего реально сегодня не хватает, чтобы остановить волну? Ну, понимаете, это вопрос для врача, к врачу, адресованный к врачу, анестезиологу, реаниматологу, где-то может быть не очень корректен, потому что я бы сказал, что как можно больше ограничительных мероприятий, это значит меньше пациентов, которые попадут к нам в отделение реанимации. На самом деле, что уже показал год работы с ковидом, что точно помогает? Точно помогает вакцинация, точно помогает масочный режим и точно помогают ограничительные мероприятия. Сейчас мы подходим к такому этапу, что вот мощностей, ресурсов, сил и средств нашей системы здравоохранения становится недостаточно. И они скоро закончатся, эти ресурсы. И так как мы не можем сейчас экстренно вакцинировать, да, всех жителей, да, одномоментно, да, либо не можем каким-то образом еще повлиять на эту ситуацию с точки зрения медицинских моментов, то, как и в прошлом году, да, это ограничительные мероприятия. Чем будет хуже ситуация, тем больше этих ограничительных мероприятий придется вводить. Как быть, опять же, с теми, кто гордо зовет себя антипрививочниками? Вот в Москве уже предлагают участвовать в розыгрыше и автомобилей, и квартиры. Какие убеждения врачей работают, какие нет, или слова уже здесь не нужны? Может быть, с собой на дежурство людей брать? Ну, во-первых, на мой взгляд, сейчас ситуация во многом поменялась, потому что люди видят реальную опасность. Коронавирусная беда постучалась практически в каждый дом, в каждый подъезд.
А многие люди, которые были убежденными антипрививочниками, они так говорят, что вот я думаю, что это вот все вот, а вот на самом деле, когда эта беда коснется конкретно его семьи, да, его родных и близких, то люди сразу становятся пропрививочниками после этого. Поэтому на самом деле сейчас сама уже эпидситуация, огромное количество заболевших, реальные проблемы, которые видны невооруженным глазом, а вот в этой сфере они уже являются мощным стимулом для людей, для того, чтобы они вакцинировались. Сейчас у нас есть уже очереди, по сути, на вакцинацию, да, и, может быть, даже не всегда вакцины хватает. Вот бывают определенные перебои. Но что, конечно, нужно сказать? Опять же, есть сугубо научные моменты, да, абсолютно четко подтверждающие то, что вакцинация действительно эффективна. Многие говорят про какую-то новизну там и так далее. Вакцинация – это технология, известная человечеству уже несколько веков. Вот одним из первых людей, которые приняли решение вакцинации в нашей стране, была императрица Екатерина II, которая вакцинировала своих внуков от оспы. От оспы она вакцинировала их примерно 250 лет назад. Я не знаю, сколько еще нужно времени, да, для того, чтобы люди поняли, что технология очень старая. Ничего тут нового абсолютно нет. В настоящее время спутником нашим, да, вакцинировало более 30 миллионов людей в мире. Сколько нужно еще вакцинировать для того, чтобы люди поняли, что это работает? И сколько должно пройти время для того, чтобы люди поняли, что это безопасно? Да? Ну вот, когда люди говорят, что ну, нужно еще что-то подождать, какой-то срок. Вы сколько хотите ждать? 7 лет? 45 лет? Да? Или вот, сколько вам потребуется времени, чтобы подождать? Прошел год, да, люди, огромное количество, десятки миллионов людей вакцинировались. Что касается антипрививочников, это, конечно, абсолютно разные люди. Есть люди, которые, так скажем, добросовестно заблуждаются, есть такой термин юридический. Есть люди, которые ну, просто вот, так, в пику, да, определенные общему фарватеру говорят, вот весь мир за, да, вот, я против. Да. Ну, абсолютно, да, позиция понятная, тогда она всегда была и будет. Тем не менее, на мой взгляд, есть определенный контингент антипрививочников, которые умышленно наносят вред здоровью наших граждан и вред безопасности государства. И с этими людьми должны работать соответствующие компетентные органы. То есть агитируют не прививаться. Да. Причем осознанно, понимая, что они наносят вред людям, приводят к смерти людей, да, такая деятельность. И, по сути, это вот угроза национальной безопасности, национальным интересам. Я опасаюсь, что очень многие антипрививочники находятся за пределами нашей страны. Врачи моностационара этим летом пойдут в отпуск? Нет. Врачи моностационара очень мало кто пойдет в отпуск. Да, я думаю, что... К сожалению, для не только врачей моностационаров, но и других больниц, которые не, напрямую не оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, они находятся сейчас в ситуации тяжелейшей перегрузки. К сожалению, как и в прошлом году, у них не будет ни отпуска, ни лета. Как можно их поддержать? Их можно поддержать, во-первых, конечно, морально. Да, вот на прошлой неделе прошла прекрасная акция в Пушкинской библиотеке, поддержанная Общероссийским народным фронтом, да, когда люди, вот была выставка картин, рисунков, и звучали прекрасные стихи людей, которые пытались поддержать медицинских работников. Конечно, мощный стимул всегда – это финансовый стимул, а он помогает людям переживать трудности, да, и вот, поддерживает их, да, мы это знаем. Ну, наверное, так. И прививаться. Но дело в том, что на всю вот эту ситуацию с медициной у нас в последние годы потребительское определенное отношение в обществе сформировалось к медицине, да, что вот вы, пожалуйста, ведите среди нас разъяснительную работу, да, как вот в одном фильме Гайдая, да, а вот нам положено, там, вы обязаны это и прочие моменты. На самом деле людям давно надо уже понять, что ситуация с коронавирусной инфекцией – это общая ситуация, и она не столько медицинская, сколько общесоциальная. То есть на то, какое количество пациентов будет поступать, сколько заболеет, не влияет практически система здравоохранения. Это влияет поведение социума, поведение людей. Поэтому оголтелые антипрививочники должны стать изгоями в нашем обществе. Изгоями. Поэтому абсолютно нормальное поведение. Посмотрите, что происходит в Израиле. Да? Они достигли популяционного иммунитета. Они теперь берут подписку, что люди обязуются не ездить в Россию, да, из Израиля. Вот. Каким образом это достигнуто? Определенными ограничительными мероприятиями. Другого нет.
Сейчас идет игра слов, между прочим, да, вот что такое принудительная, обязательная вакцинация. Я не очень понимаю, что значит принудительно. Никто же никого не ловит, никто же никому насильно инъекции не устанавливает. Ты, пожалуйста, дело в том, что человек, который не вакцинирован в настоящее время, это человек, который потенциально опасен. Он опасен для окружающих. Потому что на последних днях инкубационного периода у него нет симптомов болезни. Но при этом он выделяет очень активно самый заразный период, это последние дни инкубационного периода. Любой невакцинированный потенциально опасный человек. И поэтому, если ты в когорте опасных, будь любезен, либо ты изолировался, либо ты привился, либо ты не допускаешься до определенных мероприятий, да, либо сдавай каждые 3 дня, как в Израиле, мазок. Пожалуйста. Спасибо большое. Я напомню, мы говорили о ситуации с COVID-19 в регионе с доктором медицинских наук, профессором, заведующим кафедрой анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии Читинской медакадемии, главным анестезиологом-реаниматологом региона Константином Шповаловым. А теперь к другим новостям. Проводить фуршеты, свадьбы, корпоративы и другие мероприятия в объектах общественного питания региона, столовых, кафе, ресторанах теперь запрещено. Особые ограничения введены и для детских игровых комнат, расположенных в торговых, семейно-развлекательных, спортивных комплексах Забайкалья. С 22 июня по 5 июля в субботу и воскресенье они должны быть закрыты. В будние дни в помещениях игровых комнат устанавливается строгая численность – 1 человек на 4 квадратных метра площади. Есть и требования к транспорту. Пассажиры такси, автобусов, троллейбусов должны быть в маске. Водителям запрещено начинать движение, если в салоне есть люди без средств индивидуальной защиты органов дыхания, сообщили в Минэкономразвитии. В Забайкалье реализуется специальная реабилитационная программа «Здоровая семья». В ее рамках предусмотрен и комплекс мер по активной поддержке родителей детей-инвалидов. Сегодня в Центре медико-социальной реабилитации «Росток» открылся зал кинезитерапии. Как улучшить состояние родителей, которые воспитывают ребенка с ограниченными возможностями здоровья? В такой ситуации проще всего махнуть рукой. Но чем дальше, тем тяжелее им дается выполнение родительских функций. Это, в свою очередь, влияет на состояние ребенка. Чтобы выбраться из этого порочного круга, родителям особых детей нужна не только психологическая, но и оздоровительная поддержка. Новый зал кинезотерапии в социально-реабилитационном центре «Росток» как раз и поможет пересмотреть родителям особых детей отношение к своему собственному здоровью. Хоть какая-то отдушина, ну и, надеюсь, вместе с сыном тоже. Походите. Ты будешь заниматься? Да. У нас есть стеночка, но это явно не хватает. С коллективом лучше будет. Ну, удачи вам. Спасибо. В зале лечебной физкультуры проведен масштабный ремонт. Теперь здесь уютно и все продумано. Приобретены современные тренажеры, в том числе с программным обеспечением. Опытный инструктор составит индивидуальную программу реабилитации. Упражнения подбираются с учетом особенностей организма и наличием тех или иных заболеваний. Я уже длительное время работаю в данном месте и очень рад, что у меня лично как у специалиста появились дополнительные возможности для того, чтобы расширить, так сказать, функционал нашего зала. Вот. Задачи решать можно самые разнообразные. Вот. Различные нозологические группы, то есть различные заболевания, мы с ними сталкиваемся, работаем. Вот. И с помощью этих тренажеров, естественно, я буду более качественно выполнять свою работу. Открытие нового зала кинезотерапии – яркое и важное событие для многих семей, которые теперь с огромным удовольствием смогут заниматься здесь вместе со своими детьми. Именно занятия на тренажерах доступны далеко не всем читинцам. Вот. А здесь открытие этого зала позволит семьям, имеющим детей-инвалидов, заниматься в тренажерном зале, в новом, современном, красивом тренажерном зале. Галина Миртова, Сергей Миртов, РТК Забайкалье. К другим новостям. Следователи разыскивают мужчину, подозреваемого в преступлении против половой неприкосновенности. 21 июня среди бела дня подозреваемый заманил 2 мальчиков в недостроенное здание по улице Токмакова и совершил насильственные действия сексуального характера. В настоящий момент составляется фоторобот преступника, изучаются записи камер видеонаблюдения, устанавливаются и допрашиваются свидетели и очевидцы. Кроме того, в рамках расследования уголовного дела следователи установят собственника недостроенного здания, выяснят причину отсутствия охраны на объекте, представляющем опасность.
Лето, дети и стихийные гаражные кооперативы во дворах каждого второго дома в спальном районе. Жители Новобульварной 90, устав бороться с владельцами ракушек самостоятельно, обратились за помощью к уполномоченному по правам ребенка. Жители дома на улице Новобульварной 90 пожаловались на загромождение гаражей в их дворе. Стояли железные коробки 20 лет назад, и стояли бы еще, если бы их не облюбовали дети в качестве игрового объекта, к которому на минуточку проведены линии электропередач. Ну, видно, значит, что наш двор, его, по сути дела, нет, это гаражный кооператив, стоит железный хлам, стоит он на месте когда-то существовавших детских площадок, мест отдыха граждан и так далее. Гаражи как площадка для уличного воркаута, за каждым паркурщиком не уследишь. Устав бороться с владельцами ракушек, которые жалобы давно игнорируют, жильцы обратились за помощью к уполномоченному по правам ребенка. Вот на этих гаражах бегают, прыгают ребятишки, а здесь некоторые гаражи подключены к электричеству, да, то есть вот реальная опасность. А за гаражами это как бы вот и место бомжей и так далее, такого антисоциального люда. Вот. Более того, эти же гаражи построены на месте детских площадок. То есть здесь нарушено всяческое законодательство. Какую опасность для детей представляют гаражи? Во-первых, это то, что легко доступность залезть на них. То есть это очень легко. А высота 2-2,5 метра – это уже приличная высота для ребенка, если он оттуда упадет. Были ли какие-то случаи, когда ребенок пострадал при взаимодействии с гаражами? Здесь я не знаю, этой статистики нету, никто не ведет, то бишь, но возможность этого существует. Негде играть? Или все-таки переизбыток автомобилей давно вызывает дефицит стоянок? Бесконтрольное размножение гаражей совсем скоро полностью уничтожит придомовую территорию. Действия владельцев гаражей попадают под статью «Незаконное занятие земельного участка». Если поступать законным способом, законным образом, то владельцу транспортного средства, если он хочет разместить гараж металлический на определенной территории, ему следует обратиться к собственнику данного земельного участка для того, чтобы оформить договор аренды и использовать его законным способом. Тогда он будет иметь все законные основания для того, чтобы там разместить и использовать и эксплуатировать данный гараж. В ответ на обращение администрация Читы согласилась с наличием проблемы незаконно размещенных гаражей, но отсрочила какие-либо действия до момента, пока не будут установлены личности владельцев. А дальше либо добровольный снос, либо принудительный демонтаж. Юлиан Тимофеев, Евгений Нафигов, РТК Забайкалье. Делегация Забайкальского края 22 июня посетила мемориальный комплекс в хуторе Логовский Волгоградской области, где похоронены 225 забайкальцев, воинов знаменитой 321-й стрелковой дивизии, защищавших Сталинград. На безымянной ранее братской могиле установлены мемориальные плиты с высеченными фамилиями погибших героев. Реконструкция мемориала завершилась в мае этого года. Этому событию предшествовала тщательная поисковая работа. Работа по увековечиванию памяти забайкальцев, погибших под Сталинградом, началась в 2019 году по инициативе Любови Матвеевой, чей родственник там захоронен. Она обратилась с этой просьбой в приемную председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева. Идею поддержали и в законодательном собрании, и в правительстве края. Была создана инициативная группа. С этого момента началась работа по уточнению списков и поиску родственников бойцов. Выяснилось, что трое участников Сталинградской битвы, которые числились в списках этого захоронения, на самом деле вернулись домой живыми. Один воин был внесен туда ошибочно, боец был предан земле в другом месте. И напротив, были выявлены данные о 14 забайкальцах, которые не были внесены в списки захороненных в хуторе Логовский. Мы не забываем войну, как бы с Запада там нас не давили, переписывали истории, мы никогда не забудем наши великие дни. Но мы и никого не должны забывать. И сегодня я горд, что у нас есть такие женщины. Я горд, что у нас есть такие мужчины, как вот Алексей стоит вот спиной здесь и так далее, которые приняли участие, отозвались все. И мы сделали, увековечили память. В 2020 году в рамках партийного проекта «Единая Россия. Историческая память» было принято решение установить на месте братской могилы мемориальные плиты с именами погибших воинов. В качестве основного источника финансирования выступил Фонд развития Забайкальского края. В мае этого года братская могила обрела имена. Накануне, в День памяти и скорби, делегация Забайкальского края, в составе которой в том числе и родственники защитников Сталинграда, посетила памятное место и приняла участие в торжественном открытии мемориала после реконструкции.
Мы всегда помним о том, где захоронены наши забайкальские ребята, которые воевали, в том числе и в Великой Отечественной войне. Хотелось бы сказать даже, что вообще 321-я стрелковая дивизия, на самом деле, ее в Забайкалье помнят в том числе одним из самых таких отчаянных подвигов, тогда, когда они были уже в окружении и все-таки предлагали им сдаться, они этого не сделали и пошли просто в штыковую атаку. То есть это был самоотверженный, совершеннейший подвиг наших земляков, которые мы сегодня чтим их память. В 1942 году Клецкий район стал местом кровопролитных боев. Здесь пролегла главная оборонительная полоса советских войск на подходе к Сталинграду. Для защиты сталинградского направления сюда были переброшены различные воинские подразделения Красной армии, в том числе 321-я стрелковая дивизия, которую формировали из жителей Читинской области, Бурятии и Якутии. Бойцы проявляли невероятный героизм. И теперь все, кто посещает и будет посещать это место, могут узнать имена солдат и офицеров, павших на этой земле. Екатерина Станиславская, Максим Лобачев, РТК Забайкалье. Современные кинозалы появятся в 3 населенных пунктах Забайкалья – в селах Газимурский завод, Акша, поселке Вершинодарасунский. Фонд кино выделил региону по 5 миллионов рублей на создание каждого объекта. Об этом сообщила министр культуры края Ирина Левкович. У местных жителей уже в этом году появится возможность смотреть мировые и отечественные кинопремьеры на больших экранах, не покидая малой родины. Федеральные средства пойдут на закупку оборудования, его установку на базе имеющихся учреждений культуры и запуск кинопроката. А герой нашего следующего сюжета – молодой забайкальский художник Артем Тарасов. Его персональная выставка проходит сейчас в Нерчинске. Ну а мы прогулялись с художником по Чите и попросили захватить с собой мольберт, кисти и краски. Знакомьтесь, это Артем Тарасов, молодой, талантливый забайкальский художник. Человек творческий и неугомонный. Усидеть дома, даже в отпуске, это не про него. Мольберт, краски, складной стульчик и прогулка по Чите. А вдруг да и найдется уголок, который заставит его по-новому взглянуть на привычный городской пейзаж. Настроение города Артем чувствует очень тонко. Сегодня Чита в прекрасном расположении духа. Яркое солнце, цветы сирени, легкий ветерок и улыбки прохожих. А вот и картинный повод. Хотя все проходят мимо, а художник не может отвести взгляда. Старый деревянный дом, построенный в конце прошлого века. А какой свет, какие краски, говорит художник. Сейчас главное выбрать удачный ракурс и скорее за работу, пока свет не ушел. Знаю, что это дом архитектора Пономарева, который спроектировал ни одну, ни два и ни три здания исторически города Читы. Спокойно мимо пройти этого места невозможно. Это привлекает своей стариной, красотой, своей историей, за что я как раз и люблю Читу. Как говорят художники, рисовать на пленэре намного сложнее, чем в аудитории. Но Артем профессионал, и пленэр для него – вдохновение и творческий полет. Хочу сделать небольшой карандашный набросок, но я стараюсь всегда не тратить на это очень много времени, а в основном все интересное делать краской. Солнечный день – это, конечно, лучшее время для акварели. Как раз сегодня нам очень повезло, и мы работаем в солнечный ясный день. Наблюдать, как рисует Артем, невероятно интересно. Точно улавливая цвет и колорит, он с убедительной достоверностью переносит это на холст. В результате на чистом листе рождается чудо, которое творит художник, влюбленный в свой город. Когда ты уезжаешь из Читы куда-то побывать в других местах, все равно всегда тебе хочется домой. И я думаю, что Чита – это как раз тот дом, с которого не хочется уезжать. А если ты уехал, то тебе всегда хочется в него вернуться. Рисуя это здание, сразу приходит мысль, что очень хотелось бы, чтобы сохранилось именно
на земле, а не только в картинах. И хочется верить, что такими зданиями будут заниматься, хранить историю. В каждой работе Артема на фоне его удивительных пейзажей обязательно найдется местечко для главных героев, для горожан. Ни для кого не секрет, что люди в Забайкалье абсолютно прекрасные, добрые, искренние, открытые. Мне повезло работать в школе искусств, где я встречаюсь с различными и художниками, и музыкантами, и танцорами. Конечно, такие люди не могут не вдохновлять своей энергией, своим талантом. Вот так, от холста к холсту, ведет художник Артем Тарасов свой рассказ о жизни любимого города. И у него все получается. Его картины вызывают самые нежные и теплые чувства. И, конечно, мимо такого мастер-класса пройти невозможно. Как ты так красиво и реалистично? Ну, наверное, это все-таки, во-первых, дело опыта, а во-вторых, когда ты делаешь что-то с любовью, тогда все, наверное, получается. Поэтому любите то, что вы делаете. Наверное, я так смогу ответить. Я очень рада, что у нас в Чите есть такие талантливые, такие хорошие люди. Я вас очень благодарю. Спасибо. Жаль, что не я там изображена, конечно. Он рисует город, вкладывая в это свое сердце и душу. По-другому не может. Среди повседневной суеты Артем Тарасов находит то, что принято называть прекрасным. Галина Миртова, Сергей Миртов, РТК Забайкалье. И в завершении выпуска вновь о победе забайкальских спортсменов. 22 июня на проходящем в итальянском городе Розетта дель Абруцци первенстве Европы по боксу среди молодежи до 22 лет прошли полуфиналы. На этой стадии сборную России представляли 15 боксеров, и 10 нашим спортсменам удалось выйти в финал. В том числе и нашей землячке Марии Шишмаревой. Единогласным решением судей она сломила сопротивление спортсменки из Польши. Будем болеть за Марию и дальше. По информации Федерации бокса России, финальные бои пройдут 24 июня. И к этому часу это все новости на сегодня. Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире.